Ну что ж, всем здравствуйте. Снова фирма MasterBox. И вот такой набор, который я вам хочу сегодня показать. Это набор контратака, советская пехота, лето 41-го года. Такой набор стоит он порядка 600 с небольшим рублей на данный момент. Ну, около 600, да. Такая коробочка, 6 фигур. Внутри командир и 5 бойцов, да, в атаке. Итак, внутри у нас вот такой пакет, в котором имеется пара литников. Пакет у нас, к сожалению, с липким клапаном. Поэтому удастся без особого хирургического вмешательства. Да что такое? Нет, не удается открыть. Ну что, пакеты мы все равно выбрасываем в основном. И вот такие литники. Ну, набор, не сказать, что супер новый. Естественно, он уже давным-давно в продаже находится. Поэтому, может быть, в особом представлении не нуждается. Что у нас предлагает набор? Различные варианты сборки некоторых фигур. Данного бойца можно собрать с двумя разными головами. Вот. У нас здесь он может быть раненый, может быть в каске или в пилотке. Вот. Не знаю. В общем, здесь у нас предлагаются тушки для трех фигур. Для трех фигурок и 5 голов есть на литнике. Поэтому какую голову применить, набор, выбор дает довольно широкий. Да? Можно различным образом их скомпоновать, эти головы. В принципе, по деталировке, по скульптуре довольно неплохо все выполнено. Мне очень нравится. Учитывая, что это MasterBox, очень даже неплохо. Облоя нет. Скульптура приемлема. Очень и очень даже хорошо. На данном литнике мы также видим 3 тушки фигурок и 4 головы. Поэтому головы данный набор нам дает запасом. Да и оружие, в принципе, как я вижу, тоже. Вот. Целых 5 винтовок Мосина со штыками. Тоже не нужно уже приклеивать штык отдельно. Очень удобно, наверное. Различные автоматы у нас даются. При желании можно оружие, конечно, взять из других наборов. Таких как мини-арт сейчас дает наборы с хорошим выбором различного вооружения. Ну вот такой набор. В принципе, я его собираюсь применить, как и пару следующих наборов, на одной диораме. Эти обзоры я прямо сейчас начну снимать. Вам спасибо за просмотр. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал.